Всем привет, дамы и господа, с вами Лео Мун, и в сегодняшнем видео буду играть снова в мою любимую игру The Wolf. И как вы видите, я уже на 15 уровне, также на 15 уровне у нас открывается мой любимый белый волк, которого я хотела очень долго получить, и очень старательно и долго прокачивалась до 15 уровня вместе со стаей, вместе с Альфой, мы убивали разнообразных животных. Также я потратила практически что все кристаллики, у меня осталось 5 кристалликов и 1918 монеток, вот. Тут также написано то, что белые волки смертоносные, быстрые, белые волки могут выживать в тяжелых условиях и побеждать противников, несмотря на холод. Они очень выносливы, что я могу сказать. Также я хочу вам сказать то, что если вы хотите со мной поиграть в режиме онлайн именно в этой игре, то вот вам мой ID, просто его добавляете, получается, вот сюда, добавить друга, и вот вы нажимаете, вы ведете сюда мой ID, и, соответственно, добавляете меня в друзья, и мы сможем с вами переписываться и, в общем, играть вместе. То же самое у меня есть также мои подписчики, вот, которые кидали мне свои заявки в друзья. Вот у них разнообразные уровни, тут даже есть у кого-то 50 уровень, просто нереально, у акулы. В общем, вот, просто кидайте заявки, и я вас добавлю в друзья. Что ж, ну а мы с вами начинаем уже играть. Так что давайте же мы начнем. Итак, как обычно, заходим в карту Темный лес, потому что это самая моя, так скажем, любимая карта. И мы с вами оказываемся вот на такой вот карте. Локации здесь мне очень сильно нравятся. Очень красивая графика, мне все безумно нравится. В общем, эта игра меня заинтересовала, очень сильно заинтересовала. Я просто сейчас, получается, эту неделю я сейчас в понедельник в нее играла. В общем, что могу сказать? Эта игра очень интересна, она меня очень сильно завлекла. Так что я буду в нее играть до тех пор, пока она не станет мне интересной. Неинтересной мне. Итак, тут у нас Альфа, это вот такой вот Бору. Это Бору. Я на нулевом мете. Тут всего 5 игроков. То есть это очень мало, то есть мало мы можем прокачаться. В общем, мне нужны животные по заданию. Какие-то погнолин, какой-то погнолин. Также мне нужен олень. В общем, вот. Так что да. Сейчас будем искать оленей. Хотя оленей можно найти на другой локации, если я не ошибаюсь. Стоп. Посмотрите-ка. Олень находится на зеленых холмах. Ладно, тогда олень я потом буду убивать. А сейчас буду искать вот это вот непонятное животное, которое называется погнолин. Потому что, честно, я не знаю, кто это и что это за животное такое. Так что сейчас я буду искать это животное. Вот. Нужно его... О, мне Альфа зовет. Давайте переместимся. Так, и какова наша цель? Ага, это же тигр. Отлично, землянично. Так. Отлично, мне очень нравится. Кстати, вот там как раз-таки тот самый погнолин. Вот он, погнолин, который мне нужен как раз-таки. Не знаю, смогу ли я его убить. Мне нужно всего, получается, 11, убить 11 погнолинов. Вот. Так что вот, там у нас еще один бегает погнолинчик. Я бы сейчас побегала с Альфой, но мне нужно выполнить задание. Вот. Так. Убили, отлично. Так, также нам нужно восстановить жизнь. Воспользуюсь восстановлялкой жизни. Это специальная штука, которая восстанавливает на жизни. Там у нас еще один погнолинчик, но там козел. Нет, он меня убьет. Блин, мне нужен погнолин, но там козел этот самый, который мне не нужен. Отлично. Сейчас мы убьем погнолинчика. Отлично, у меня уже 4 погнолинчика. Мне осталось совсем чуть-чуть, и я
убью всех погналинов. Вот. Так. Также нам нужно прокачивать наши силы. Вот. Уже 5. Осталось совсем чуть-чуть. У нас там 2 погналинчиков. Сейчас мы их тоже убьем. Отлично, убили всех погналинчиков и можем прокачать какую-то способность. Защиту, ладно. Защиту я не хочу прокачивать, потому что мне не нужно защиту прокачивать. Итак, погналинчиков у нас нету, их не видно, пока что их не видно. Это ласка, я думала, это погналин. Так, ну погналинов тут нету. Блин, какое странное слово, погналин. Вот название странное, погналин. Угу. Остался еще один погналин, и задание будет выполнено. То есть сейчас мы будем искать погналинов и убивать их, потому что нам остался всего один. Наше задание будет выполнено, я получу 3 кристаллика. А это очень здорово. Меня зовут Альфа. Пойдемте к Альфе. Отлично. И какова наша цель? Это тигр. Ну, тигр, ну, за него, конечно, немного дадут. Кстати, тут очень много погналинчиков, так что давайте воспользуемся шансом. Погналинчиками. Все, я выполнила задание. Сейчас я получу награду. Ура! Я получила награду. Блин, нам нужно убить оленей. Что ж, ладно, давайте тогда переместимся в локацию оленя. Итак, отлично, мы, да, можно выбирать этот чат. Ну, блин, я эту карту не особо люблю. Ну, она прикольная, конечно, но не особо. Я не особо люблю эту карту, и на ней играть мне не особо нравится, потому что она лесная, а мне нравится та, потому что я там больше участников, больше людей играет на онлайне, и там очень здорово прокачается можно. Так, идем к Альфе, я позвала Альфу. Отлично, и какова... О, там так много оленей. Так, это у нас кто? Это у нас тигр. Но они тебя убьют легко, так что я не буду к ним идти. Я оставлю их там. Потому что здесь очень много оленей. И мне нужно сейчас залезть на эту гору. Оленей не очень... Сейчас их там 2, они будут вместе меня атаковать. И это будет очень трудно их убить вдвоем. Так, у нас получается все остальные олени находятся на горе. Я без понятия, как на нее залезть, на эту гору. Потому что мне очень нужно на нее залезть. А как залезть, я не знаю. Не хочу идти к Альфе, потому что не вижу смысла идти к нему. Мы можем залезть на гору. Мы не можем залезть на гору. С какой стороны мы должны залезать вообще на гору? Мне очень интересно, в общем. Ага. Нужно просто найти, как залезть на эту гору. Итак, дамы и господа, я дошла до оленей, но мне кажется, они меня убьют. Так что сейчас начнется просто какая-то жесть, какая атака, мне кажется, они меня убьют. Ой-ой-ой, меня убьют. Так, ну получается, сейчас я буду восстанавливаться и пойду опять нападать, потому что мне совсем-то чуть-чуть осталось их убить. Потому что мало кто понимает, как залезать на эту гору. Так, ну что, я могу уже, в принципе, охотиться на них. Совсем чуть-чуть остается.
Совсем-совсем-совсем, чуть-чуть. Еще два олененка убить, и все. Там у нас, как я понимаю, зубры. Как пройти мимо них? Вот в чем вопрос. А вот что самое интересное, что я без понятия, как... О, господи, а как пройти-то мимо них, я не знаю. А там же олени, которые мне нужны как раз-таки. Ой-ой-ой, сейчас будет попа. Ой-о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 й
Ой, я пробралась мимо них всех. Сейчас буду пытаться убить хотя бы одного оленя, который ко мне должен прибежать. Но прибегут они, конечно, все втроем ко мне. Ну, конечно, мы же олени. Один за всех, и всех за одного. И все за одного. Блин. Вот это вот вообще очень неудобно. Вообще очень удобно, что они все вместе здесь. Давайте, что вы не берете меня? Я буду пытаться и пытаться, пока не сдамся. Есть, один есть, мне остается еще совсем один олень, и все. Так, мне самое главное сейчас только на гору залезть. Так, вот вы специально, да, вот вы специально меня тут телепортнули, чтобы я... Хотя вот, там у нас поблизости олень, один олень. Вот просто идеально то, что там всего лишь-то один олень, который мне как раз-таки и нужен. О, да, мы выполнили задание, нам дают 3 кристаллика. Забираем. У меня 8 кристалликов. Дальше нам нужно повысить уровень, но это будет не скоро. Я буду уже прокачиваться и повышать уровень, уже когда буду бегать со стаей, с альфами, с альфой. Итак, дамы и господа, я надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что вам понравилось со мной проходить задания, которые нам дают в этом симуляторе. Также добавляйтесь ко мне в друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И всем-всем-всем-всем пока-пока. Знаете, то, что я вас всех очень сильно люблю и буду рада поиграть с вами. Ну и на этом все. Всем-всем-всем, пока-пока.